Друзья, я резко оказался в Москве. Меня пригласили на очень крутое мероприятие, торжественное. Приехал за подарком, искал магазин и не смог его найти. Вот, ну, где-то он здесь и так далее, и так далее. А потом, оказывается, вот это магазин. Вот здание и есть магазин, короче. Сейчас будем заходить, покупать подарок. Зашли в коллекционный магазин. Вот эти вот мишки стоят по 1,5 миллиона. Все, что здесь находится, это из золотого напыления. Заинтересовал вот такой пистолетик сначала. Пистолет-нож. Ну, как пистолет, просто нож. Вот открывашка еще. Стоит 135 тысяч. Но, когда увидели вот это, можно на секунду? Угу. Это настоящий ПМ, списанный золотого напыления 999 пробы. И мы его купили для очень уважаемого человека. Слышите, собрались. Икс, смотрите, какой цвет. И еще тут одна пуля черная, затонированная до сих пор. Случайно увидели. Ну ладно, у нас сейчас другой Мерседес. Можем себе позволить. Я вообще сам подозреваю.